Друзья, всем привет! Меня зовут Натали Осман. Вы находитесь на моем YouTube-канале. Я путешественница, я фэшиониста, и совсем недавно я стала мамой, поэтому я стала делиться и какой-то информацией на эту тему в том числе, и сегодня влог будет посвящен парным лукам с вашим малышом, неважно, кто у вас, мальчик или девочка. Я сделала большую подборку классных вдохновляющих картинок Инстаграма и Пинтереста, где мама со своим малышом. Делала я это для себя, но решила этим с вами поделиться. Покажу еще несколько луков меня и Соломона, несмотря на то, что ему всего 3 месяца. Делитесь в Инстаграме своими парными луками, отмечайте меня. Лучшие фотки я буду выставлять у себя в Инстаграме. Вот мой аккаунт, кто не знает. Ну, давайте посмотрим. Этот кусочек записываю уже в другой день, подумала, пришла светлая мысль. Это было бы классно еще рассказать, показать несколько инстаграм-аккаунтов мамочек, за кем я слежу, которые классно также подбирают луки совместные. Это Маша, моя хорошая знакомая, ее дочка Мия. У нее на аккаунте в инстаграм вот этом. У нее всегда очень классная подборка луков и куча классных советов, и СМИ, и они просто красотки. И несколько аккаунтов иностранных блогеров, сейчас я их тоже здесь покажу. Еще хотела бы быстренько пробежаться по нескольким русским брендам, в которых классно покупать одежду для малышей. Tots & Tots. Это вот такой вот бренд русский, открылся только в этом году, если я не ошибаюсь. И у них прикол в том, что подсветка немного яркая, но прикол в том, что у них нет застежек, у них такие магнитики. И это крайне удобно, когда ты, особенно ночью, одеваешь ребеночка. Это прям супер-пупер. Влюблена в одежду детскую, для меня это открытие, Алена Ахмадулина. Невероятно красивые цвета, текстура. Вот, например, у меня есть такие штанишки Соломончика и бодик к ним. Цвета просто невероятные. Из масс-маркета, конечно же, это Zara и H&M. Много всего классного можно найти на разный возраст. И свитерочек ему. Ну, милость же милая. Это же вообще нереально круто. Посмотрите. Да? Есть такой бренд Loom. Русский. Тоже очень красивый. Очень разные вот такие прикольные штучки. У них можно купить. И не только. Тоже таких натуральных оттенков. Мне тоже очень нравится. Ну, почти мало. Делитесь своими подборками. Пишите свои комментарии. Тоже будет очень интересно. Следующий влог будет с моими лайфхаками, с всякими фишечками, как пилочка для ногтей для малыша, как специальные штуки для памперсов. Спасибо, что посмотрели мой влог, мне безмерно приятно. Пишите свои комментарии, какой образ вам больше всего понравился. Не пропустите, следите за моим каналом, для этого вам нужно подписаться на меня, и вам будет всегда приходить уведомления. Благодарю, хорошего всем дня и вдохновения! Муа!